Наша пища содержит глюкозу. Топливо, которое питает триллионы здоровых клеток моего тела. Глюкоза также питает что-то еще. Клетки зомби. Старые поврежденные клетки, которые содержались и потеряли свои полезные функции, извергая токсичный осадок. Эти зомби заражают другие здоровые клетки, ускоряя процесс старения. Все начиная от выпадения волос и появления морщин до начала артрита, рака и слабоумия. Но ученые поняли, что когда мы голодаем и прекращаем поступление глюкозы, этой армии зомби не хватает энергии, которая лишила их силы. Когда еда в изобилии, наш организм накапливает избыток энергии в виде жира под кожей и вокруг внутренних органов. Когда еды не хватает, этот жир поступает в печень, где он превращает в альтернативный источник топлива, так называемый кетон. И эти кетоны, которые обеспечивают аварийный источник питания не только для нашего организма, но также и для нашего мозга.